В мэрии потребовали переделать разметку на улице Масленникова после того, как омичи в буквальном смысле взбунтовались из-за загадочного исчезновения двух полос на дороге. На пересечении с проспектом Карла Маркса их еще 5, а до пересечения с улицей Пушкина доходят лишь 3. Крайние полосы проезжей части постепенно сходят на нет. Автомобилисты говорят, такая разметка вводит в заблуждение и может создать аварийные ситуации. Тем временем подрядчик свою ошибку признал, и уже в 5 часов дня на участке работала бригада дорожников. Рабочие начали закрашивать разметку черной краской. За ночь планируют убрать все ошибочные линии и нанести новые.